сорт томата «Бычье сердце розовое». Этот сорт многим-многим известен уже, но я его выращиваю каждый год, потому что, мне кажется, самый вкусный из розовых сортов томатов – это «Бычье сердце». У этого сорта очень крупные плоды, особенно в первой кисти. В кисти завязывает до 5 томатов. Вот у меня уже не выдерживают, я их поснимала. Кисти сильно, много томатов на кисти. Этот сорт вот такого сердцевидной формы, ярко-розового цвета. И назначение у этого сорта салатное. Очень хорошо реагирует этот сорт на подкормки. Вести сорт нужно в два, не больше двух стеблей, в 1-2 стебля. Высота куста этого сорта может достигать до 1,80 м. Требует обязательно посынкования и подвязки к опоре. Этот сорт подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте. Выращивать лучше рассадным способом. Плоды у «Бычье сердце розового» вот такие вот массивные, тяжелые. Взвесим сейчас один плод. Вот, масса этого плода 513 грамм. Ну, в основном все плоды на кусту крупные. Этот сорт салатного назначения. Очень вкусный, сладкий на вкус. Отличный сорт. Теперь мы сейчас его разрежем. Посмотрим, какой он внутри. Вот такой вообще шикарный. Мало семян, сплошная мякоть. Вкусная, сладкая. Этот сорт незаменим для салатов. Хоть это и старый, всем давно известный сорт, но мне кажется, должен выращивать каждый огородник у себя. С этого сорта мы каждый год делаем морс. Получается густой, вкуснющий. И томатный сок попробуйте сделать с розовоплодных сортов. Томатный сок, он гораздо вкуснее, чем из красных.